Поздравление с 60-летним юбилеем сегодня принимает молодежный театр Алтая. Именно в этот день, в 1958 году, артисты труппы сыграли на сцене первый свой спектакль именем революции. Долгое время здание театра скорее напоминало афишу из рекламных щитов. Лишь 7 лет назад МТА обрел вторую жизнь после реконструкции. На обновленной сцене артисты сыграли «Бумбараш», а сейчас молодежный носит имя известного земляка Валерия Золотухина. Там же два раза в год проходят фестивали в его честь. В день юбилея запланирована обширная праздничная программа, так будут вручены награды сотрудникам, откроют около десятка площадок различной тематики, где гости смогут примерить головные уборы героев любимых спектаклей. Главное все же, это громкая премьера спектакля по роману Татьяны Толстой «Кысь» пройдет сегодня. Билеты на нее были раскуплены едва ли не за полгода.